Панфиловском районе прошел День памяти героев декабрьских событий 1986 года. В районном центре был организован ряд мероприятий в честь уроженцев Алматинской области Лязат Асановой и Эрбола Спатаева, чья история по сей день служит образцом героизма и самоотверженности для целого поколения казахстанцев. Прошло уже 36 лет со дня декабрьских событий, ставших предвестником свободы и независимости нашей страны. Однако историческая значимость этой трагедии с каждым годом становится только сильнее и осознаннее. В городе Жаркент, отдав дань уважения, жители возложили цветы к памятнику Лязат Асановой и Ербола Сапатаева. Кроме того, администрацией района был проведен большой поминальный обед. Панфиловском районе родилось большое количество известных личностей. Среди них есть батыры, спортсмены, политические и общественные деятели. И, конечно, особое место в этом списке занимают Лязат Асанова и Ербол Сапатаев. В честь их героических поступков мы организовали различные исторические и спортивные мероприятия по всему городу. Это делается ежегодно для того, чтобы молодое поколение знало о таких людях, чтобы помнило, как тяжело далась независимость нашему народу. Также в спортивной школе города Жаркент был проведен турнир имени Асанова и Сапатаева среди ветеранов. Приняли участие в спортивных состязаниях и непосредственные участники декабрьских событий. Турне принимает участие 8 команд. Участвуют ветераны с каждого округа нашего района. Все участники старше 45 лет, но показывают хорошую игру. Все в прекрасной форме. Развитию спорта в нашем районе уделяется повышенное внимание. Мы этому очень рады. Аделя Жаркенова, Ербол Атантелов, телеканал «Щитсу».